Всем привет, на связи Экосплей, мы продолжаем Сталкер Тень Чернобыля. Опять я забыл посмотреть календарь. Сейчас все будет. Будет все сейчас. Никак не могу сформировать эту привычку, чтобы заранее включать этот календарь и смотреть, какие сегодня праздники. Сегодня, короче, 25 сентября, и сегодня день тикающих часов. У кого часики тикают, те спешите. Остальные могут не спешить. Давайте, короче, вернемся к игре. Я напомню, что я нашел... Ни хрена себе. Тайник стрелка. Нашел, где... Ну, не нашел, где его искать, конечно. Но нашел... Я чуть-чуть схватил. Нет. Но нашел информацию, где его, в принципе, искать. А, все, понял. Поэтому давайте мы найдем кого? Правильно, призрака. Я уж не знаю, кто этот призрак. Все, выбираемся из подземелья. Я, в принципе, уже понял, как отсюда выбраться. Ну, мы все видели тех стрелков, которые на винтовой лестнице. Так вот, где эта винтовая лестница? В принципе, можно так вернуться. Давайте-ка пройдем. Пройдем дальше. В принципе, что нам? Что нам стоит дальше-то пройти? Тут вот эта всякая хера... Херобора. Не туда пошел. Ни хрена себе стамина тратится. Так, возьмем калаш. Наш супер точный... А, он уже есть. А это что? Ага, точность. Здесь точность и скорострельность. Попизжи быть, попизжи. Главное, чтобы тут какая-нибудь херота не вылезла. Так... Там вот где-то под... О, пацан стоит. Ни хрена себе скорострельность. Ебануться. А чё это упало? Ты кто? Херня. Давай, прошу прощения. Чё-то у меня холодно в квартире, ноги замерзли. Даже в тапочках. Так, ну я убил, сохранил, все нормально. Сейчас еще документики где-нибудь подрежу. Ну-ка, вылези, вылези. Да я знаю, что ты там. А кто меня вообще завалил? Этот? Тот? Кто? Я так-то больше никого не вижу. Не то, чтоб мне не похрен. Так, что у тебя тут есть? Потрошки. Хорошо. А у тебя тут что есть? Потрошки, хавчик. Нормально. Так. А тут я ни хрена не вылезу, да? Я понял? Я не понял? Я не понял. В смысле? Ну и чё? Молодец. Так, я понял, придется в ту дырку лезть. В принципе, это оружие мне нравится уже. Прям оно мне сильно нравится. И своей скорострельностью. И... точностью. Ну, более-менее. Типа это можно от всякой твари прятаться, да? На голову и спрыгивать, да? О! Не, ну в принципе звучит логично. Звучит логично, звучит здра... Не шуми. Звучит здраво. О! Здрасте. Это чё? А-а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 -
Вальве. Это Вальве. Подожди. А, все, мне вот туда. А я ящики могу разбить? О, здрасте. Типа я хавчик поднял? Или бинты? По-моему, бинты поднял, да?
Ох, еба, 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 больно, 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 больно. Радиация меня душила, 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 душила. Нормально. Я понял. А интересно, это зачем? И тут радиация. Довольно охренели. Чё, все что ли? И это что за херь? А можно мне? А ты кто? А как с тобой бороться-то, слышь? Ты вообще кто? Мне кажется, я догадываюсь, что это за пацан. Я читал про этого монстра. Это, скорее всего, либо контролер, либо полтергейст. Мне его отсюда не видно. И, если честно, видеть как-то не хочется. А еще мне не нравится, что меня, короче, это... Вот это что за фигня? Антирадиационные препараты. Так, я снял радиацию. Я... Молодец. А вот эту херню я смогу сесть? О, нормально. Так, все. Как с этим пидором бороться? Не? У меня как-то нету идей, чем его бить-то. Ну, не пистолетом, наверное. О, КПК надо посмотреть. Журнал, найти тайник, ага. Личные заметки, встреча с кротом, передальная вылазка. Найденный КПК. Задача выбраться из подземелья. Хм. Что мне с ним делать-то? Как мне его бить? Нахер иди! Ишь ты, пидорас! А, ну-ка подожди, ну-ка нож возьми. Так, я пока не понял. Чем его бить-то, пацаны? И как мне его бить-то вообще? Так, а можно мне бинокль? Я могу его там увидеть? Где эта хуета стоит? Ну, КПК. Ну, что КПК? Выбраться из подземелья. Зашибись. Я-то где? А я здесь, да? А украсть документы, это мне вот сюда. Я пока не понял. Ох, ёбана. А это я где? А, бармен.
О, там еще и туда можно уйти. Ёбана. Это надолго. Я, если честно, так и не понял, что это за пидор такой. Я не смог его разглядеть. Я, если честно, пока что в некоторой прострации. Поскольку, судя по всему, я его ничем зацепить не могу. Я его тупо даже в бинокль не вижу. Что мне с ним делать? Элементы тактики начались. Вот где вот он? Где эта сволочь? Не видать нихуя. И где вот он? Пошел ты нахер. Не-не-не, подожди. Как, блядь, с тобой бороться, пидорас? Может, гранаты его? Типа гранату ему там оставить. Ну-ка давай попробуем. В смысле, я ему что, гранат не оставил? Блять, рожа какая-то знакомая. Ну-ка дайте-ка я посмотрю. Полтергейст? Не. Ну, по-моему, похож на полтергейста, но я не понимаю. Блять, мне даже это описание монстров не помогает. Я не гуглю прохождение, я гуглю описание монстров. Вообще ничем не помогает, даже внешний вид не похож. Я не знаю, как вы эти игры проходили в свое время. Ну-ка давай-ка это дробовик попробую. С тем пацаном вроде сработало, с кривосисей. Ну-ка, погнали. Да нет. Блядь, залезь! Читерство? Читерство ебаное. Ага. То есть я вылазю. Потом вот до следующей этой херни. Блять, залезь, пожалуйста, туда, ну. Спасибо. Фух, слава богу. Я так и не понял, что это за мудак. Ну и знать я не хочу, если честно. О. И я где? Где я нахожусь? Покажите мне... А, вот он я. О! О! Так. Ну-ка. Сейчас я что-нибудь пожру. Сейчас вот это вот. А, с глушителем. Да мне, если честно, пофиг. На глушитель-то. А это чё? А-а-а.
Я надеюсь, эта мелодия, она никем не забита, но я лучше буду... А, вот этот люк, который я не смог открыть. Я буду потихоньку бубнеть, чтобы перебить звуки музыки. Ибо... Ни хрена себе, 6 чуваков здесь. Бля, папа... А, тут еще ты есть. А чё я тебя не видел, ты слышишь? Неплохо. Чё у тебя есть? Все возьму. Шо, еще кто-то есть? Может, мне, конечно, не надо было поднимать тревогу, но мне, если честно, вообще похую. Пацаны! Подумайте. Не ешь, подумай. Да где ты есть? Да где ты есть? Я вот готов, беру. Где ты есть? Я тебя не вижу. Ах ты хитрый. Пидрый хитр. Хер его знает. Не видал, честно скажу. И что? Пацаны, что началось-то? Так, одного завалил. Хорошо. Хорошо. Куда ты? Подожди. Да где ты, блядь? Нихуя себе! Не, ну давайте по стелсу, что ли. В смысле, блять, огонь? Так, этот свалился, окей. Ну-ка, что у тебя тут есть? Все мое. Тихо. Тихо, дерево. Второе дерево. А я тебя видел. Этого не вижу. А, во-во-во-во-во. Что, завалил, что ли? Слепую завалил. Да я вообще стою на месте-то, пацаны, ну. Тихо. Еще захотел. Нормально. Не-не-не, пацаны. Ну, бывает. Рядовой, ты очень хорошо стреляешь. Ну, конечно, сохранился не очень удачно. Ладно, похер. Может, сюда пролезть. Ага. 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 Хорош. Тихо. А что, ты меня видишь, что ли, типа? Я его, главное, не вижу, он меня видит. Нормальные вы, пацаны? Нет? О, прибежали. Где вы есть?
Легальный чип. В смысле ты меня простреливаешь? Почему я тебя не простреливаю? Охренел? Тварь. Нахер пошли. О, это я зря. Ага, этого я не вижу. О, пацаны, здрасте. Я вот, пожалуй, здесь займу точку. Ага, спасибо. Давайте. По одному, пожалуйста. Можно вы по одному залезете, конечно. Ага. О, нормально. А ты что стоишь? Бессмертный, что ли? Я буду здесь стоять, пока патрон не кончится. Как видишь, я вообще не собираюсь. Тех. Где ты есть? Сканах. В окно можно вылезти? Десять вас уже, пацаны. А, вон бежит, вижу. Давай. Минус один. Не-не-не-не-не, я на месте. 11. Патронов здесь просто дохренище будет, отвечаю. Блять. Куда побежал? Стой. Стой, сука. Хер тебе. Минус один. Не, вот эта пушка мне больше нравится. Так. Консервами подлечусь. Консервы норм. Бинты. Эфочка. Где-то там есть. А, вон сидит, срет. Вот тут где-то тоже... А, этот стоит сред. Можно я выключу сирену? Куда ты идешь? Куда ты пошел, слышь? Где-то там есть. Дерево мешает? Да, дерево мешает. Ну и где он? А, вон он, вижу. И он того вижу. Пацаны, мне как-то похрен на вас вообще, вот честно. Да вы идите сюда-то, ёмана. Я вас тут всех размотал. Вас двое осталось. Выёживайтесь там. Ну, где вы там? Не видать? Не видать. Где? Так, R, F. Ска. Тихо. Я ж тебя не вижу, тварь. А увижу, прибью. Это чё? Где там есть? А, вот он стоит. Все, больше не стоит. Этому там капец весело, сам собой. Че он там делает? Иди нафиг. Пошел ты в жопу. Нафиг иди. Короче, с военными мне теперь лучше не сталкиваться вообще никак. Я им теперь совсем не друг. Это че?
Может, я ее разрежу и выкину, ну? О, игра зависла, заебись. Игра, развесни, пожалуйста. Давай я чуть-чуть подожду. Чуть подождем, расслабимся. Ну что, не отвисло, да? А так можно было, да? Разрядить и выкинуть нахрен ее. Так, я больше ничего не выкинул? Надеюсь, нет. Пацаны, спасибо вам за все. Вы лучшие. Это что мне там приехало, интересно? Что-то в КПКшке приехало. КПК. Журнал. Операция Аэропром. Как раз схема плана НИИ. На схеме отмечены патрули и паранормальные вылазки на зрению. Днем территория ПТ полностью, ночью патрулей меньше. После 11 вечера происходит смена королу, во время на главном здании почти никого нет, если хочешь наоборот подлезть. Реальный путь через катакомбы. Я, если честно, уже... Аэропром, нормально. То агропром, то аэропром. Дальше что будет? Орнопром, орнопорн. Локализаторы, вы молодцы. Мне больше нечего сказать. Но я, если честно, операцию выполнил идеально просто. С первого раза. Даже не перезапускал серию. Ну, в смысле, не начинал новую серию. Не откладывал до следующей серии прохождения. Возьми. Все прошло идеально. Вот эту херню надо вырубить. Она мне мешает. Так. Где-то здесь чувак сидит. Внимание. Пока что я жду, когда ты высунешься. Чё-то какой-то он брейкданс исполнил. Но мне, если честно, как-то похуй вообще. Чё это за краповый берет? Ну-ка, дай-ка посмотрю на тебя. Лейтенант! Младший лейтенант. Мальчик молодой. Ты чё, охуел? Все, иди в жопу. Нафиг мне вот это вот КПК? Это мне что вообще показывает? То, что я выполнил уже? Журнал. История. Где это вообще? А, это мне туда вот надо, за территорию. Пацаны. Я мирный. Я мирный. Это что? О, тайник. Опять мне чихать хочется, ё-моё. Что ж такое? Ну я тут, судя по всему, один остался, да? О, дождь пошел. Надеюсь, он не радиоактивный. А это чё? О, лифт. Видали лифт? Прям классический лифт. Прям лифт-лифт. Чего? Улыбнись. Что? Чё-то кабины. Как эту херню вырубить? Ага, вон там что-то лежит. Я прям вижу, тут что-то лежит. Прям ждет меня. Ага. Я сообщил тебе бармену. Он должен договориться с долговцами, чтобы тебя пропустили. Так
Да, за мной уже летят. Я согласен. Мне не дадут уйти. Полностью с этим согласен. Поэтому надо валить. Бля, здрасте, пацаны. Рэмбо, третья кровь. Четвертое мясо. Сиди там, слышь. Ну-ка, пошел в жопу. Солдаты, вы какие-то ебанаты. Честное слово. Так, F5. Но вы же понимаете, что я вас еще залутать должен, да? Вы же чувствуете это? Нет, вы не чувствуете это. О, вертушка прилетела. Вертушка-хуюшка. О, рядовой. Запас в ящике. В каком ящике нахрен? Так, вот тебя в кусте тоже надо. О, это все полезно. На самом деле это все полезно. Сейчас я вылезу отсюда, и все будет нормально. Ага, еще двое где-то. Вот стоит. А где-то там рядом еще один. А где там этот схрон-то? Тайник этот, ё-моё. Ага. Туда? Туда. Я пошел. Пацаны, я пошел. Если честно, я пошел. О. Конечно, базу в таком виде. Военную. Спецобъект, короче. Это что за херь? Это вот оно и есть? Вертушка-хуюшка. О, прекрасно. Бля, спасибо. Очень вовремя, нах. Это что? Ага, документы. Чё можно скушать? Может, от этого выпить? Ну-ка. О, нормально. Так, ну чё, как мы отсюда вытекаем? И куда мне вообще? Так, мне вот в любом случае сюда. А это как? Это вот туда можно, да? Я еще раз говорю, игра коридорная, шо капец. А, не, подожди. О, не, но все равно коридорные. А что вон там интересно? Ну-ка. Ой, мой, подожди. А на карте что? Ща, подожди. Мне интересно. Давайте я даже сохранюсь. Я вот тут уже создал. Сохранить. Перезаписать. Да. Сохраняшку. Интересно, 400 метров это в высоту или куда? Какая-нибудь тварь меня тут ждет. Интересно, думаю, что, я не вижу, что ли? Тихо. Короче, понятно, здесь нужен антирадиационный костюм. Да я понял, я уже текаю, все, отстань от меня. Где эта херня? Ну-ка, быстро. Все.
И покушать. Покушать. Ну и все, собственно говоря. Двигаемся, куда нам там надо. Ничего не чувствуем. Так, тут животные какие-то. Нахрен они мне нужны? Не хочу с ними иметь ничего общего. О, пацаны, пацанчики, не-не-не. А что здесь такого? Блять, очень вовремя, спасибо. Тих ты. Ебать. Перепугал меня. Тварь. Отношения. Любимый мой, родной. Так, все-таки, подожди. А, вон, нашел. Здрасте. Да все, я уже утекал, что тебе надо? Не-не-не-не-не-не-не-не. А что я вообще нашел? Это полезная штука на самом деле. Так, это что? Каменный цветок. Это я видал, вот это, да? Карусель. Довольно уродливое красноватое образование. Распространение слабо эффективен. Окей. Ломать мясо. Вырабатывается аномалия карусель. Стимулирует усиленный рост клеток. С другой стороны, молодые клетки организма более восприимчивы к много видов физического урона. Артефакт попадается нечасто, но его нельзя назвать уникальным. А это что? А, водка. А что я еще нашел? Ну, нормально вроде пока все, да? Я не шарю, но вроде нормально. Бля, вот тут военные или бандиты, или кто вообще? О, а это что? Не хочу знать, что это такое. А, не, подожди, это камушек. Вон еще один камушек. Во что я вляпался? А, аномалия. А, он меня заметил, да? Сука. Нет, не заметил. Ну-ка, подожди. Где там мой тихий автомат? Сейчас я ему устрою. Очень интересное развлечение. Что такое? В жопу себя засунет свой бой. Так, это что? Берем. Сейчас и патронов возьму. И все будет хорошо. Это ё-моё. И что тебе мешает, интересно? Съешь консерву. Тебе сразу полегчает. Я же говорю, тебе сразу полегчает. Ну, я прям на этом. Да ебать тебя. Давай еще съешь что-нибудь. Ёбана, 1300 патронов. Куда тебе столько?
Ты там где? В смысле, ты вообще не идешь? Ну, зато у тебя это. Все, до свидания. Ты нихуя не видел. Меня тут не было. Это чё? Так, я здесь был. О, здрасте. Здрасте, девочки. А на что у меня 1000 патронов-то? Потрясающе. Стрелять, не перестрелять. О. Вот я его сейчас возьму и все. О, так, блин. Что делать? Этих камушков, как каменьев, просто до хрена. Так. Давай еще бухнем. И вообще надо патроны тратить. Во, сейчас потратим патроны. Где эта тварь? Пёски. А, пёски. Ты что такой агрессивный, ну? Пошёл нахер. И ты пошёл нахер. Хуль ты бежишь на меня? Ну давай, давай. Твари. Я сейчас хоть все 1200 патронов на вас потрачу, мне не жалко. Где это? Пошел нахер. Я же сказал, пошел нахер. Кого вы там гоняете, кошку что ли? А, я, наверное, не попадаю. Да, вот надо в голову попадать. И все. Пёчка. Где-то тут один был недостреленный. Один, он боится меня. Интересно. Справка. Так. Выполненные квесты 30, вы чё? Я сталкера убил. Вы чё? Это ж не я. На. Давай, беги на меня. Беги, беги, беги. Иди сюда. О, эти сами справятся. Можно я по-тихому проберусь? Да вы меня не видите, не пиздите. Все, я побежал. Конечно. Лохи. Мне это, конечно, потом аукнется, но это будет потом. Ой, 44 минуты играю, охренеть. Чаво! Ну ладно. Давайте разберемся. Я надеюсь, это был бандит. А, тихо, 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 тихо.
Ёбана. Интересно, я своих-то не перестрелял. О, меткий. Так, в смысле вообще? В чем дело-то? Давайте другой калаш возьму. Подожди. Сейчас. Это кто? Это где? Слушай, я тебя не вижу. Слышь? Да нет, это вы приплыли. Я вообще-то до хрена меткий, если вы не заметили. Я стрелок тот еще. Чё там? Всё? Нет? Идритяка. Это моё? Так, ну тогда подхиляемся. Сейчас, быстренько. Пожрём. Посрём. Да. Ты только сейчас отпонял? О! Ну и чё? Слышь ты, пошёл нахер. Ну всё? Видали? Видали? Пи-тю! Пи-тю! Ни хрена себе, вас, конечно, тут много. Вот и аптечка пригодилась. Так где ты там, вылези? Мне бы с кем-нибудь поторговать на самом-то деле. Что, маслину словил? О. Не хочу на самом деле. Что делать-то? Ладно, давайте дойдем до бара. И там поговорим. Можешь что-нибудь выкинуть? Вот эта херня мне нахрен нужна. В смысле? Симулятор, блядь, бомжа. Shift плюс... Чё? Shift плюс... Ну как тебя тащить-то? А чё ты не тащишь, слышь? Ну-ка, поехали. Ай, в пизду тебе.
А, не, тащится. Конечно, это капец будет весело. Это очень долго. Можно я, короче, просто пойду? Продам ему патронов этих. Еще что-нибудь продам. Мне так самому немного надо. На самом деле, мне бы рюкзак побольше. Или выносливости побольше. Короче, не знаю. Продам что-нибудь. Ох, разгуляюсь я. А, стоп, блин, уже надо серию заканчивать, ёбана. Слышь, тварь. Ни хрена себе ты даешь. Так, вот эти патроны закончились, все. Теперь буду что? Правильно. Сосать бибу. Нафиг пошел. Ты подожди, это чё? Прапор. Ой, ёбана. Ну подожди, 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 подожди. Я сейчас сдохну. Да и нафиг идите, чё? Мне свалить можно отсюда, пацаны? Пацаны, можно? Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Я понял. А как мне туда попасть? Мне ж вот туда надо. С кем поговорить? Ну, можно с тобой поговорить? Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Сталкер, почему? Дальше находится наша территория, база группировки Долг. И мы очень придирчиво выбираем тех, кого пропускаем к себе домой. Если у тебя нет особо нужных дел к нашему руководству, то мы тебя не пропустим. Давай хоть поторгуемся, что ли. Ну ладно. Кого? Где? Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Сталкер, вали отсюда. Блин, вот надо было им помочь, я не успел им помочь. Бать, ты лобаешь. А, блин, опять надо, короче, серию-то заканчивать, а я все это херней маюсь. Ладно. Давайте до следующей серии все отложим, все прохождение этой заставы. А пока что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до следующей серии.